Ну а последняя цифра твоего лайка покажет, кто ты из ютуберов по Brawl Stars. Всем привет, ребята! Вы на канале Denplay. И сегодня я буду играть чисто на Пайпер. Просто на Пайпер. Я вам покажу, вот как тащить на Пайпер. Тащить на Пайпер. Ну, видеоролик будет называться уже именно «Как тащить на Пайпер», в общем-то. Или как... как-то будет с Пайпер связано видеоролик, название. Но я не знаю, буду я ли тащить видосы или нет. Так что это все зависит теперь от меня. Я нахожусь не на своем аккаунте, если вы сразу обратили. Я на своем твинке. Ну, это мой аккаунт, МБП, в общем-то, да. Это мой аккаунт. Так что я его не украл, ничего там не говорите. В общем-то, у меня здесь 1600 кубков. У меня здесь везучий аккаунт. Как вы видите, у меня нет уже двух эпиков всех этих. У меня есть Пайпер. В общем-то, есть все сверхи, все редкие, в общем-то. Почти булл на 500 уже. Ну, там, конечно, я еще не заморачивался. Я так играю всегда на основе. Я решил просто вот поиграть. Уже где-то 150 трофеев вот за полчаса поднял. Вообще отлично. Ну, давайте теперь в одиночное погнали. Карта плюс подходит на Пайпер. Так что я вот решил видеоролик записать. Пока карта вот есть такая вот хорошая, где много открытого места. Я умею. Ну, я вообще играю на Пайпер. Умею, в принципе, но... Не всегда у меня это получается, вот. Когда-то я тащу, а когда-то просто иду на какого-то там бравль. Вот, например, она ко мне подходит, а я не могу никуда сдвинуться. Мне сейчас хана, пацаны. Не, я убежал. Я убежал, Феликс нас там встречает. Феликс, так, а ну иди сюда, Феликс. О, с одного, вот это вот жестко. И давайте, и этого надо еще убить было бы. С одного, ну как вам, блин, валим, текай, хорош, и разворот, и поворот, и удар не получился, блин, ух ты, жесткий пацан, только на меня не иди, пацан, во, видите, как надо тащить на Пайпер, а я вот с другом своим играл там, в общем-то, и, в общем-то, вообще отлично получалось с ним играть на Пайпер у меня, ну все, ему хана. Блин, дайте я возьму энергетики, его сейчас зажму здесь. Ну все, он уже убежал туда, ну а мы сейчас перелетим вот так. И ему вмажем вот такого вот леща. Все, хорошо. Как видите, я умею играть на Пайпер. Но это, возможно, одна катка только так пройдет. Опа, ну почти, ну блин, добейте этого уже, Мири. Давайте еще Булан добьем. На Пайпер я когда-то себя чувствую необычно, понимаете? Как будто, как-то, я не знаю, как будто мне так хочется прям вперед идти всегда. Кого-то убивать, так вот это прикольно так. Вот тут еще у нас. Ну, в принципе, я могу топ-1 занять. Вообще на изи. Так он здесь где-то сидит, блин. Ах, блин, не попал. Ух ты, хорош. Вот, там еще Джин. Ну, в принципе, по банкам я самый высокий здесь. Так что тут зависит все от меня уже. О, столкновение. Ну, все, ему хана, скорее всего. Давай. Давай. Да, все, топ-1, ребята. Пока мест мы тащим, просто на ней на изи. Не, ну я вам скажу, ну чё, почему вот я выбрал твинг? Не подумайте, что я там думаю, что здесь там легче соперник там. Не, я просто решил показать вам твинг. Мой, в общем-то, я хотел показать вам. Возможно, здесь мне скоро легендарка выпадет. А вдруг выпадет? Ну, возможно, выпадет. Так что я еще, возможно, кстати, его когда-то разыграю, когда уже будет... Не знаю, если будет уже много подписчиков, ну, еще больше, конечно, и больше лайков, активности, то, возможно, я разыграю его еще когда-то уже. Возможно, если, конечно, получится так. Так, тут у меня друхи, в общем-то, играют. Так, ладно, погнали. Погнали. Вторая каточка. Ну, я думаю, не все ж мы будем на один тащить, на топ-1. Не, я могу и на этом, на своей основке поиграть, на Пайпер. Если захотите, в следующем видеоролике я буду на Пайпер играть на основке уже. Чтобы вы не думали, что тут здесь такие легкие эти бойцы, там, ой, точнее, легкие соперники. Они везде сложные. И на твинке у меня тут, и на основе особенно, да. Там вообще... Ну, у меня, кстати, на Пайпер на основе, знаете, какой левел? Там у меня 11 ранг на ней. Так что я могу поиграть на изи. 11 ранг это вообще там ни о чем. Просто мне руки не доходят поиграть на Пайпер на основе.
Вот просто не доходят руки. Давайте убьем этих двух пацанов, которых лагает явно и нет. Особенно ударило. О, пацан. Давайте убьем баночку. И возьмем потом свой энергетик и пойдем кого-то убьем. Так, я думаю, да, все, мы смогли уже. И погнали, теперь этого джина убьем. Все, убили. Пойдем прочекаем здесь, там ничего нету, такого ничего нету. Вот так, нормально. Так, так, так. Отлично, отлично, отлично. Ну давай, топ-1, пожалуйста. Займу ли я топ-1? Ну, сложный соперник, очень соперник сложный сейчас у меня. Блин, не получится, скорее всего. У него еще и ульта. Точнее, у него энергетик. Но мы можем ее победить. Я могу ее на изи сейчас развалить, как не знаю что. Как не знаю кого. А он что-то не спешит вообще, вижу, меня атаковать. Он ждет, видно, пока я выйду вот так вот. Ну давай, атакуй меня, пацан. Я могу сейчас взять эту, блин, энергетик. И тебя развалить, но мне страшно, пацаны, мне страшно. Блин, на, куда я пошел? Ой, блин, пацаны, я слился, случайно слился я. Ну ладно, ничего страшного. Ну топ-2, ну главное, чтобы в минус не идти. Но все равно я и так тащил, вы видели как. Ну это сложный уже соперник, Роза уже. При том щитом она была там тогда. Плюс она еще была с энергетиками. Тут плюс ей повезло то, что она там, вот там не было разрушенных, в общем-то, вот этих вот. Тихо, сейчас начнет на меня нарываться этот вот пацан. Так. Так, одна тычечка есть. Теперь еще вторую бы. А я сейчас обойду его. Вот так. А ну иди сюда. Ну го, затеемся, но я, конечно, не собираюсь его крысить. Ну, пускай будет такой вот тиммейт, надеюсь, надежный. А не какая-то там крыса подзаборная, да? Ты крыса. Ух ты, тут еще Пайпер есть. Ну давайте попробуем все-таки. Во, забрали. Пайпер. Блин, ультанула. Вот какая вонючка. Так, а ну иди сюда. Спасибо за баночку. И минус. Я хотел минус Пайпер сделать. Ну почему? Во, отлично. Вот так вот я люблю. Так, погнали. Сейчас тут соберем банку. Тут соберем банку. В общем-то, у меня, не знаю, творится, в общем-то, жесткое тут все так у меня. Так, давайте уничтожим сейчас вот эту мортирочку. Так, или турель, или как она называется. В общем-то, турелька, да, наверное. Или мортира. Да, мортира Пенни, да. Что-то вообще... А где все? Я не пойму. Вот смотрите, сколько. Вот 10 банок уже. Ну вы серьезно? Ну, пацаны, ну мне же так изично будет сильно. Все. И где там еще кто-то? Вроде бы он здесь прятался, да? Или вроде бы вот здесь. Да где вы? Я боюсь сейчас какой-то бул... А, там Нита была, точно. Я забыл уже. Там точно, там нитка была. А ну... Ой, блин, куда я ультанул? Надеюсь, не получится у меня все. Получится, пожалуйста. Да, эй, Нита, ты со мной не играй в такие игры. Я же тебя сейчас побеждю или выиграю, в общем-то, победю. Ну, го, давай уже, иди в яд. Задолбала ты меня, блетовец. Да, блетовец! Блетовец! Все, получил блетовец? Понял, Ice Arrow, да. Ice Arrow, блетовцы от него там. Ну вот, еще один топ-1, ребятки. Топ-1, второе место. Давайте еще погнали. Не, ну в принципе я неплохо сыграл на Пайпер вообще. Вот эти вот все катки. Ну кроме второй. Ну вторую я тоже нормально сыграл. Но там, блин, понимаете, уже Роза с 9 банками. Это уже очень сложно бы было. Ну у меня были шансы, но она пряталась просто за стенки. И в общем-то у меня очень было мало. Не, ну у меня шансы всегда были. У меня шансы были и тогда, и сейчас у меня есть шансы победить. Вот сейчас вот рикошета надо убить только. Давай, Рика, ну что ты боишься? Вот почему вы боитесь на меня идти? Видите, вот, профессионал на Пайпер вышел тут на охоту. Ой, хорошо как. А ну давай, вот так у тебя. Нет, блин, там еще, там этот, блин, там еще была, я забыл, блин. Отлично, задел, все-таки задел. 2 баночки у меня есть. 6 банок. Не, вы, а вы напишите, вы лучше играете на Пайпер или так же, как и я, или же хуже? Какой вообще у вас любимый браулер? Какого браулера вы хотите получить, ребята? Блин, давай добивать, добивать! Ну почти же, ну задолбала ты меня! Вот, блин, такая... Вот это вот ненавижу, когда вот это он убегает, блин. Давай, зажимай ее. Барли, давай ее, убьем эту вонючуку. Давай, и на тебе. И улетаем.
Блин, ну почти же. Почему так мало нанес ей? Блин, я надеюсь, у нее там... Давайте энергетик на всякий случай возьмем халявный. Без энергетика мне как-то уж реально тоже стрёмно идти. Давай, уже умирай, я тебе сказал. Третье, первое место. Ну и давайте последнюю, пятую катку получается, да? Мы ж 4 сыграли только что, да. 3 мы выиграли, еще одну на второе место. Жалко, что ту на второе место сыграли. Если бы все тащили, то это просто бы вот прям видеоролик отвечает названию. Видеоролик, название видеоролика соответствует, в общем-то, тому, что происходит в видеоролике. Как-то вот так вот. Не кликбейт, в общем-то, одним словом, ребята. Ну, я хотел, конечно, написать сразу. Но я же не думал, что я буду хорошо так играть. Не, я думал, что, ну, я знаю, что я умею играть на папер. Я вообще на ней играл хорошо, я на ней поднял, вот, в общем-то, она мне недавно выпала только. Ну и, в общем-то, в принципе, вообще нормально так я на ней, в общем-то, тащу. Давай, зря я взял, блин, энергетик. Надо без энергетика завалить вот этих вот всех ребят, пойду на кольта или нет? Нет, кольта жалко. Кольта жалко, пойду розу убью, которая меня убила в прошлый раз. А тут стрёмно, потому что мог бы какой-то булишка выскочить бы, это меня бы и хана. Ульты плюс нету, блин. Ну, давайте, ну где вы? Я не хочу просто тратить энергетик, блин. Вон там кто-то есть вроде, да? Там Шелли или кто? Я не пойму. Потому что мне страшно, я хочу занять... Блин, булишка! Вот это вот, конечно, моя мечта... В общем-то, я не понимаю, что я говорю. Все, мне хана, пацаны, сорян. Я слился. Отвали ты от меня, блин, третье место. Не, ну это нечестно, я считаю, блин. Зачем я не, чего я не взял банку, блин? Вот я не понимаю. А где-то Шелли была. Ну ладно, плюс 5, третье место. Ну, я думаю, я неплохо. Я рано папер. Вот напишите оценку от... Давайте от 1 до 10, в общем-то, сколько я, в общем-то... Не, или подставьте даже такую оценку, как в школе ставят. От, в общем-то, от 0, там, в общем-то, до 12. Как я играю на папер, в общем-то. Просто оценку поставьте мне. Ну, в общем-то, вот так, ребята, такой был видеоролик. Надеюсь, вам понравилось. Если понравилось, то обязательно влепите лайкосик и ждите новых видеороликов. И также подпишитесь на мой второй канал, который называется Evan Dan. Все, ребята, всем удачи и всем пока. Хорошего настроения.